В общем, кошмар полный. На 6 донок не, там одна поклевка, короче, одного бирючка поймали. Вот сейчас пробую ловить на удочку. Впадение Воронежа в реку Дон. Место хорошее, как казалось бы. Но на донку не хочет брать вот ни в какую просто. Что будет на удочку, не знаю пока. Пробовать. Что получится. Место, правда, конечно, неудобное. В самую чащу я забрел. В какую-то. Если поймаю, вдруг еще раз включу камеру. Ну, наконец-то. Поймал сакушок. Заглотил крепко. Будем смотреть дальше, что тут ловится. Так тут поинтереснее, чем на донку. Когда сидишь и ничего не клюет. Вот оно, что ловится в Дону. Супер-мега-бирюк. Помимо этого еще... Вот. Еще двух поймали. Замечательный донской бычок.